Инклюзивный танец должен быть эмоциональным, поэтому с первых минут здесь задают высокий темп. А Красноярск на два дня превращается в хореографический центр. На Inclusive Dance показать все свои возможности приехали больше 200 профессиональных танцоров с серьезными диагнозами. Они танцуют вместе и на одной сцене. В России данное направление активно развивается. И мы видим, как с каждым годом появляются новые коллективы. Они активно начинают выезжать и участвовать в фестивалях, в соревнованиях. В Красноярске в последние два года мы видим всплеск развития инклюзивного танца. И в Сибири также. Красноярка Анна Колчанова о танцах мечтала с детства. И сегодня у нее случится дебют. Вместе с друзьями из команды «Кристаллы» девушка полгода репетировала танец. Теперь, когда все готово, осталось только побороть волнение. Такое праздничное чувство очень. Как, ну, не знаю, с чем сравнить. Возможно, не знаю, день рождения. На самом деле, вот сегодня, общаясь с участниками, мы поняли, насколько они творчески настроены, какие красивые у них костюмы, насколько они готовы дарить радость другим и себе. Это очень здорово. На Inclusive Dance сегодня весь день танцевальная битва. Жюри придется отбирать лучшие коллективы. Они выступят 13 мая на гала-концерте в Гранд-холле «Сибирь», а также получат возможность танцевать на сцене в финале международного фестиваля в Москве, который пройдет в октябре. Клавдия Стельмахович, Сергей Кашин, Афонтово, новости.